Павло Верениця народився 9 жовтня 1987 року в Одесі. В дитинстві мріяв стати моряком, і мрія здійснилася. Після навчання в Одеській національній морській академії ходив у море та фактично оплавав усю планету, крім Антарктиди та Австралії. Найбільше вподобав Латинську Америку, куди тепер мріє повернутися з концертами. Перший гурт зібрав іще у школі. Відтоді марив музикою скрізь і всюди. У довгі плавання брав із собою інструменти. Зізнається, що ні на чому толком не грає. Його справа – співати. Захоплюється творчістю М'юз, а в програмі «Пані та панове» зробив іще одне зізнання щодо кумирів. Живе на два міста – Київ та Одесу. А найсильнішу фан-підтримку відчуває у Дніпрі. У 2012 році з кавер-команд The Rolling Bones виріс гурт Epolites, який почав грати оригінальну авторську музику. Восени 2016-го Epolites почали запис нового альбому, саунд-продюсером якого виступив Мілош Єлич. У музиці Павло цінує мелодійність і гармонію, не любить псевдопатріотів, а квоти на радіо вважає нормальним явищем. Вітаю глядачів 9-го телеканалу. В ефірі наш проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Володимирова, і сьогодні мій гість – пан Павло Верениця. Привет. Вас честно называют пан? Пан вообще не, очень редко. Пан Павло, классно. Да, мне нравится. Нравится? Да. Это приятно? Пускай это приятно. Пускай это приятно. Назовем это так. Павел Верениця, лидер группы Epolites. Одесской, да. Украинской, молодой, свежая кровь вас называют будущим украинской сцены. Хотя мне не очень понятно, почему будущее, вы же настоящее. Вы кем себя считаете? Мы, кстати, очень тоже смеялись, когда нас назвали будущее, потому что, особенно Андрей, наш гитарист, который... Постарше немножко. Дело не в том, что он постарше, он любит потроллить немножко все. И особенно ведущих, и особенно, в общем, всех, кто работает на телевидении, он любит потроллить. И поэтому он очень цеплялся за это. Он говорит, почему будущее, когда мы ж вроде тут, сейчас играем, поэтому... Тут и теперь. Ага. Хорошо, что сегодня не он здесь. Троллить... Он внизу. А, он внизу. Ну, троллить будем друг друга, но аккуратно и так, чтобы не навредить имиджу, да? Я в этом смысле более дипломатичен. Хотя тоже люблю потроллить. Вы знаете, что ваше имя Павел означает «малыш»? Да, знаю. Знаете? Конечно, знаю. Ну, вы совсем не малыш. Высокий. Ну, да, я высокий, но я думаю, что я малыш. Малыш в каком смысле? Ну, я... В узком кругу семейном я очень открытый человек. Uh-huh. И очень реагирую на все как ребенок, очень эмоционально. Uh-huh. Открытость – это качество детское, вы считаете? Да, я думаю, что да. Ну, говорят, потому что с возрастом люди замыкаются, обжигаясь, всех какие-то проблемы, травмы. И это называется закрывает опыт. Людей. Да, опыт. И люди закрываются. Угу. А вам не страшно? Что именно? Ну, что кто-то наплюет в душу. Страшно, поэтому я очень с возрастом стал относиться ко всему с недоверием очень. И это касается и людей, которые каким-то образом попадают в мое общество. И поэтому... Чтобы добиться моего доверия, надо проделать очень, очень много работы. А дома как раз с этим все хорошо? А дома же все свои. А вы один ребенок в семье? Да. Угу. Я немножко эгоист. Любимый малыш, немножко эгоист. Да. То есть внутренний ребенок живет, но иногда он прячется, да? Да. А что нужно вашему внутреннему ребенку, чтобы чувствовать себя хорошо? Что он любит? Но он должен быть уверен, что, открываясь, ему не навредят. Угу. Ну, вот это, я думаю, это в первую очередь. Угу. Чем себя любите побаловать? Я люблю... Я же ребенок, поэтому я люблю игрушки. Я люблю... Мальчуковые? Приставки какие-нибудь, гаджеты. Или там, это касается музыкальных инструментов. И чтобы поднять себе настроение, я могу себе пойти там что-нибудь купить. Вот это, какая-то такая, я называю это игрушкой. Это может быть что угодно. Это может быть какой-то инструмент по дому. Это может быть, я недавно купил САП для колонок. И я купил его на барахолке. Мне он очень понравился.
Старенький? И, да, и мне изначально пришло, ну, то есть я изначально знал, что мне придется его перепаять под те колонки, которые у меня есть. Только винтажная игрушка. Да. Типа, ну, это игрушка. Ну, нормально, хорошо. Да. Ну, это игрушка, которая может пригодиться в работе. Нет, я просто, она, ну, в работе постольку, поскольку. Дело в том, что я понимаю, что я очень много трачу времени и очень много зацикливаюсь на своей непосредственной работе, и поэтому мне часто надо как-то отвлечься, угу, заняться каким-то делом, которое, угу, будет меня, ну, которое будет связано не с музыкой. Да, переключиться. Отдохнуть. И вот это и было переключение. Я перепаял САП. Угу. То есть у меня было полноценное за долгое время воскресенье, которое я провел на кухне с паяльником. Детство в Одессе. Счастливое? Да, очень. У меня, несмотря на то, что у меня конкретно период, наверное, подростковый, пришелся на перелом работы у папы, то есть он во время, ну, был кризис, и поэтому папа с мамой работали на разных работах, у нас было очень мало денег, очень мало, имеется в виду, что, ну, вообще просто... Хлеб, вода, имя, вина? Ну, что-то вроде этого. Там, цветные сосиски, которые, когда ты снимал, они могли оставить на тарелке след. Это мама работала, торговала сосисками. То есть у нас были самые дешевые польские сосиски. Но, несмотря на это, я запомнил это время очень ярко. Ну, меня было проще удивить, скажем так, поэтому, наверное... Не было такого изобилия, да, поэтому радовали, да, многие, да, вещи. Да, да? Да. Нет, ну в Одесса же город яркий, много иностранцев, много каких-то вещей из-за железного там занавеса, да, скажем, ну, подарки прибывало. Папа с рейса привозил, вот как раз модный у него город. Был период, он работал, когда я был очень маленький, еще там первый, второй, третий класс. Папа ходил в море и привозил мне сюда самые крутые игрушки. А где-то вот там с 5 по 11 класс было такое себе время. А родители не музыканты? Нет, не музыканты, но родители меня... Вот мы сегодня в гостинице с Андреем общались. Он говорил по поводу моего... Андрей сейчас начал заниматься вокалом, к преподавателю ходит. И он говорит, нет, ну у тебя же, понимаешь, у тебя природное, ты ловишь там тонику и начинаешь сразу ноты, ты можешь на ходу это, можешь импровизировать, петь, но у тебя это природное. Я говорю, чувак, я просто, ну, раньше начал, а начал я как раз таки, когда родители там где-то по вечерам работали, я переслушивал диски, пластинки и всегда подпевал этому, когда уже там выучил мелодию. То есть дома было много музыки? Очень много. Откуда? У меня папа слушает классику британского и штатовского рока. Mm-hmm. Мама слушала всегда русский рок. И она очень подкована там, во всех именах, во всех песнях. И поэтому как-то она себя назвала самая старая рокерша Одессы в интервью на каком-то радио, я не помню. А интервью берут по вашему поводу? Нет, она позвонила, она хотела выиграть билет на Гарика Сукачева, и она говорит, всем привет, я самая старая рокерша в Одессе, поэтому... Ничего себе, я думала, у нее в Одессе берут интервью, потому что у нее сын знаменитость. Нет, нет. Нет? Нет. Но я думаю, что она об этом жалеет. Я думаю, она бы хотела, чтобы у нее брали чтобы интервью. Брали, да. Ну, я думаю, что не за горами то время, потому что вы-то в Киеве, вас в Одессе поймать довольно сложно, наверное. Или в Одессе ловят тоже? В Одессе часто я бываю. Я живу, фактически живу на два города. То есть это не просто так фраза. Это я действительно живу, часть месяца я живу в Киеве, часть месяца я живу в Одессе. Я знаю все ямы на трассе Киев-Одесса. Вы за рулем? Не, я не за рулем. Мне за руль нельзя. Почему? Я слишком вспыльчивый. Импульсивный? Да, импульсивный. Надо же, собрались в одной студии два человека, которым нельзя за руль. Нормально. Видите, я нашла еще что-то общее. Кем хотели быть в детстве? Вот... Моряком. Я им стал. Я ходил в море около 5 лет, я побывал во всем мире, я набрал просто гигантский багаж воспоминаний, и связанных с морем, со странами. То есть я за 5 лет, по-моему, набрался столько, сколько, наверное, люди некоторые за всю жизнь набираются.
В Одессе все мальчики... У меня историй очень много. В Одессе все мальчики хотят быть моряками? Да, да. Ну, большинство. И девочки? Ну, так, чтобы не шаблонно думать, то большинство хотят быть моряками, а большинство хочет быть... женами моряков. Ну, сейчас, конечно, ситуация уже изменилась, если сравнивать с тем временем, когда я был мальчиком. Сейчас больше возможностей, и мир как трансформировался в пользу цифровых технологий, поэтому вот так. А папа моряк? Папа моряк, да. Вот недавно я какой плюс есть в том, что ты живешь в Киеве, ты можешь поехать в Борисполь и встретить папу. И папе приятно, и вам хорошо. Да, но в результате я его просто пересадил с одного самолета на другой, а его рейс задержался на 6 часов, поэтому первое, что он сделал, когда сел самолет, он говорит: а ты не можешь глянуть мне ближайший самолет до Одессы? Окей, то есть я 6 часов тебя ждал, чтобы пересадить тебя, просто перенести сумку с одного терминала в другой. Здорово. Для того, чтобы стать моряком, что вы делали? Где-то учились? Да, я закончил морскую академию. Проучился там почти, ну, кругом бегом, там вышел что-то около 6 лет. Хотя, на самом деле, там можно около 6 или 7 даже лет. Я, с 2004-го я, по-моему, в 2011-м я его закончил. Ну, это потому, что я там много растягивал. Я после второго курса после первого я пошел на заочно. Ну, поэтому там я немножко уже лавировал. Плюс-минус один год, да, вот так. Где были, в каких странах? Вы говорите, объездили весь мир. Это был какой-то лайнер, на чем вы плавали? На разных судах ходил, на контейнеровозах ходил, на хэви-лифтах. Это суда, которые возят очень массивные габаритные части, либо, ну, то есть это может быть яхта, это может быть часть какого-то шаттла, это может быть какая-то большая цистерна, ну, то есть много, там, до 150 тонн, тысяч тонн. Большие грузы. Да, большие грузы. Угу. Вот. Где был... Мне был только в Антарктиде и в Австралии. Туда шаттлы не возят. Да, туда не возят. Ну, очень много стран я посмотрел, и много стран мне полюбились. Угу. И я мечтаю вернуться опять в Южную Америку, и хотелось бы не в качестве туриста, а в качестве гастролера. Угу. А где-то вот понравилось настолько, что, ну, решил для себя, что я мог бы здесь жить? В Буэнос-Айресе. Вот мне очень сродним этот город с Одессой, мне кажется, похожие города. Чем? Шумихой? Не знаю, настроением. Своим настроением, архитектурой. Там есть своя Дерибасовская, которую я уже обозначил для себя. Здорово. Вот. То есть там можно жить? Да. И там очень красивые девушки. Угу. Причем там такая градация, там есть красивые девушки, ну, вернее, там либо они безумно красивые, либо очень страшные, то есть какой-то золотой середины. Наверное, умные. Умные? Ну, те, которые очень страшные, наверное, умные. Я не успел изучить этот интеллект. Да, поэтому... А музыка этой страны вам нравится? Да, я даже привез инструмент... Я не знаю, это как флейта, ну что-то вроде флейта. Дудочка. Типа того. Да? А на чем вы играете? Я ни на чем не играю. Я сочиняю музыки, я на гитаре, могу на клавишных инструментах. Но я не скажу, что я играю. Потому что у меня много вопросов, много претензий к каждому инструменту, когда он мне попадает в руки. Но плюс в том, что... Я очень люблю новые инструменты, какие-то звуки отыскивать, и они меня вдохновляют написать какую-то новую песню. Просто звук или там с конкретный какой-то инструмент. Угу. То есть вы такой исследователь, скажем, звука, да? Я любознательный. Любознательный? Любознательный ребенок. То есть не консервативный в музыке, да? То есть готовы всегда что-то дополнять? Для меня самое главное в музыке – это не направление, это не... Ну, то есть мне не важно, это рок или не рок, мне не важно, это... Ну, то есть я не придерживаюсь определенных каких-то рамок в музыке, потому что, мне кажется, музыка такой... вид искусства, которого нету рамок.
Поэтому я не... Свободный. Очень себя чувствую в этом смысле свободным. И я очень рад, что у меня получилось немножко переубедить музыкантов, которые в группе «Эполец» играют, переубедить, что не нужно мыслить рамками. Ну, то есть у нас есть, как может быть, и тяжелый трек, также у нас может быть, там, как вот недавно у нас вышла песня в третьем альбоме «Мелодия». Ну, для меня это, откровенно говоря, поп. Но мне очень нравится этот поп. А в слове «поп» есть что-то плохое? Ну, для меня нет, опять же, я же говорю, что для меня рамок таких нету. Но мы же, условно говоря, шаблонно представляем рок-группу. Поэтому, наверное, для кого-то... Это странно, что вы такое играете. Это странно, да, что мы такое играем. Но мне очень хотелось сделать фанк, мне очень хотелось сделать именно в той форме, в которой он записан на «Культе». А вы жесткий лидер. Вы говорите, мне удалось переубедить. Это так демократично, дипломатично, точнее, прозвучало. Быть... Да, я боюсь представить, вы их там закрывали в гараже катували. Я капаю на мозги, скажем так. Занудный лидер. Да, я очень занудный, но я могу быть очень жестким. Но также мне часто друзья мои говорят, что с «Эполец» я очень изменился, потому что я стал очень доходчивым, очень занудным стал. Ну, то есть, потому что я привык, что мне надо очень многое объяснять, и надо, ну, в каких-то, может быть, ситуациях мне надо очень подробно развивать вопрос, чтобы убедить кого-то. Поэтому я очень терпеливым стал. Вы, наверное, могли бы работать в школе или в детском саду. С такими навыками. Не думали об этом? Да, может быть, может быть. Но я не хотел бы работать в школе. Ну, не хотел бы, но мог бы. Да, вот я мог бы, да. Я думаю, что мы там лет через 10 с вами встретимся. Возможно, у вас изменится мнение. Вы же любите экспериментировать и пробовать. Нет, не потому что я детей не люблю. А мне кажется, я бы был... Вот как раз для детей, я думаю, я бы был жестковат. Ну, еще 10 лет с «Эполец» вы потрудитесь немножко на них, поэкспериментируйте, и все нормально. Как же все-таки вы пришли к музыке от слушания до делания? Я в течение всего времени, когда я занимался и в школе, и в институте, я продолжал писать песни. Ой, а когда начали-то? Начал. То мы как-то сразу продолжали. А, да. Начал, наверное, лет 12 первую песню я написал. Это было о любви? Естественно, это было. А несчастный? Трагичный. Трагичный, насколько она может быть воспринята в подростковом возрасте. Знаете, в 12 лет все, трагедия и драма, это нормально. Да, все же черное и белое. Я очень помню свой возраст. 12, 13, 14 лет. Я бы не хотел никогда туда вернуться. Я был очень неприятным человеком. Ну, вокруг были вам подобные, нормально. Да, я начал слушать тяжелую музыку, рок тяжелый, и... Начал общаться, естественно, в подобном кругу людей с такими же вкусовыми интересами. И мы создали группу, это была дерьмо-группа, ну, то есть это было... У нас был... Это в школе еще, да? Да, это в школе. В коморке за актовым залом? Да, я начал играть на басу, потому что большинство басистов, я думаю, начинают играть на басу, знаешь, ну, вначале они думают, ну, что там, одну ноту взять, и вторую, а потом становится скучно, и ты начинаешь дальше, дальше, дальше. Я играл на басу, я пел, у нас был гитарист еще и ударник. Больше половину репетиции мы играли в теннис, потому что в соседнем зале был теннисный стол. Песня, которую... Я просто вкратце расскажу, что это за период, потому что песня... У нас был один хит, это, если это можно так сказать. Это была панковская, гранжевая какая-то песня, набор стилей. И там было 4 аккорда на куплет и на припев. И там песня называлась «Мне надоело». В припеве много раз повторялось «Мне надоело». А в куплете рассказывалось, что именно надоело. Ну, нормально. Ну, песня неплохая, на самом деле. Очень выдержана в жанре, на самом деле, панка. Подросткового рока, да. Ну, вы знаете, многие взрослые музыканты до сих пор играют и поют в таком стиле, хотя они далеко не подростки. Да. И ничего, как-то там катит. И потом я пошел в академию. Перед этим я думал о том, что надо заняться уже серьезным делом, что это вот эти петушки вот эти занимаются.
Басист. Да. Я продал гитару, продал бас-гитару нашему будущему уже басисту. Ужас. Пошел на первый курс. На втором курсе я поехал с друзьями автостопом на Таврийские игры. Встал на танцпол и подумал, а что я делаю в академии, вообще не могу понять. Я же должен здесь быть, на фестивале. Я должен быть не на танцполе, да, а я на должен сцене. Да? Да, я думаю, я поехал, я вернулся домой. Выбросил эту мысль, думаю, так, это просто был алкоголь и хорошая атмосфера фестиваля. И... Опомнись, Паша, да, да, сказал я себе. Потом, я начал ходить в море и продолжил писать музыку. Оно начало, ну, то есть, как бы я его там не давил внутрь, я продолжил писать музыку, и я купил какой-то инструмент себе. В Гонконге дешевый синтезатор какой-то, и периодически я играл на гитаре, если была на судне в кают-компании гитара. Я накапливал песни, я их, когда возвращался домой, я их дома на домашней студии записывал сам, просто их выкидывал в сеть, и потом как-то раз я пришел с рейса, и благодаря ситуации определенной, я собрал кавер-группу, и кавер-группа превратилась в группу «Эполец». Угу. Вот так. Ну, это же две разные группы, насколько я вот это две разные читала. Группы, да. «Роллинг Бумс» и «Эполец». Да, 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 да. То есть они существуют параллельно сейчас или только «Эполец»? Нет, они сейчас только «Эполец». Мы продолжали их, продолжали поддерживать существование группы «Роллинг Бумс», потому что группа «Роллинг Бумс» и «Манюни», которые... Мы зарабатывали группой Rolling Bones, мы вкладывали в запись и в раскрутку Apple. Каверами музыканты все равно зарабатывают больше. Естественно, потому что это логично. Все знают песни эти, все подпевают. И просто это как Юрий Антонов. Это просто штампуются хиты, 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 хиты подряд. Весь концерт хитов. Ну, вы выбрали. Я думаю, все мечтают... Попасть на дискотеку 80. Да. Да? Да. Примерно так. Я вот считаю, парни начали делать полномасштабные двухчасовые концерты, которые включали кавера на Pink Floyd, Nirvana, Muse. Я больше скажу, да вот такой вот странный это набор. Три основные. Это не три два кита часа, были? У нас четыре часа был. Программа. То есть программа была на четыре часа, сумели четыре часа. Ну, не подряд, а с там три перерыва, ну, каждый сет там 40 минут плюс-минус. И так 4 часа подряд. Вот это три основные группы или были еще какие-то? Нет, там много групп было. Там, ну, мы не зацикливались конкретно на какой-то одной группе. Ну, у нас вышло, наверное, только там с Мэнсоном и Мэрилином Мэнсоном и с группой Ленни Кравиц. Ну, так что у нас много этих песен. Потому что, не потому что мы больше фанатеем от этих групп, ну, вообще все песни выбирал я. Но я выбирал это по той причине, что... Я понимаю, как это спеть, а это самое главное. Ну, то есть мы не делали песни, если они не звучат в моей тесситуре, там, и в моем голосе, в моей манере. А ты учился петь? Нет. И когда вот сейчас мы пришли на X-Factor, я понял, что надо было мне немножко поучиться. Потому что когда мы занимались с преподавателем, я находил такие просто дебри, и мы заходили в такие дебри, что я думаю, так, я туда не заходил только по той причине, что это сложно. И что я вообще не знаю, что там делать. Поэтому я их проскакивал, знаете, так. Угу. В очках. Ты сказал, что ты увлекся тяжелым роком. Что это было? Что первое было? Вот тогда, когда драма 12 лет прошла, нужно было ее чем-то заглушить. Это Нирвана, это Мьюз. Нирвана. И Мьюз. Угу. Я вообще, когда увидел, когда услышал Мьюз, просто вот все, что я слышал до этого, просто все стерлось. Ну, ты же слушал раньше Queen, например. И вот это две мои любимые группы. Я сказал это наконец. Все, дальше пошли. Ну, вот я хочу просто клише будут ставить. Я хочу услышать для себя Queen и Muse. Вот да. Это родственная очень. Музыка. Это родственная музыка. Я квиноманка просто. И я очень слышу. Я безумно люблю. Я очень слышу вот эту линию. Да, очень многие люди, которые Queen очень плохо знают, они говорят, ничего, близко нет. Угу. Ну, у нас есть темы, которые вообще вот, там, допустим, «Друг» — это песня, которая четко ориентировалась на группу Queen. И по саунду, и по своей структуре
Вот так. Все-таки гармония. Да, я за музыку. Я за музыку и я за мелодии. Потому что меня, в принципе, все остальное уже не интересует, вот, связанное с этим искусством. Несмотря на то, что я люблю и шоу, люблю и харизмы разных очень исполнителей. Вот конкретно, допустим, в Мьюзе мне Беллами, мне его харизма как-то не цепляет. Но не музыка хватает. Безумно, угу. Безумно. Я безумно нравится мелодия и Queen, и Мьюз. Что еще пока? Нирвана. Нирвана, это, я думаю, что как... все проходили через Нирвану. Нирвана, это понятно. Там все предельно просто и все предельно понятно. Почему, и все понятно, почему именно Нирвана. Почему именно тогда Нирвана? Да. И почему именно в том возрасте? Музыку, я и до этого слушал музыку. Я очень любил, там, в году 97-8 я любил Prodigy, Chemical Brothers. Chemical Brothers для меня вообще были тогда очень большим открытием. Я очень долго сидел на Prodigy, и тут появились Chemical Brothers, и я просто, ух ты, вот это кайф. Мне и саунд понравился, и песни. И мне очень нравился гранатовый альбом Сплина. Он как раз где-то тогда вышел. И гранатовый, и Фонарь под глазом. Мумитроль морская. Музыкант должен быть наслушанным, по-твоему? Да, да. Ну, это не мешает писать свое? Это расширяет. Ведь есть же риск уйти в эпигонство, в плагиат. Это зависит от музыканта, во-первых. А во-вторых, это расширяет твой взгляд. Ну, то есть ты больше видишь, что можно сделать. И ты уже дальше уже просто ориентируешься и пользуешься этим как инструментом. Ну, говорят, что в музыке всего 7 нот, и все, что можно было написать гениального, уже написано. Ты с этим согласен? Дело не в том, что гениальная музыка уже написана. Дело в том, что по-другому идет, ведь музыка — это шоу-бизнес, и по-другому идет другая совершенно модель во всем мире, другая совершенно модель этого шоу-бизнеса. И поэтому сейчас меньше пользуются спросом мелодии и музыка. А больше? Больше шоу и харизма? Контекст. Контекст. Ну, то есть это и саунд, и это, может быть, и какие-то тексты, и это, в принципе, уже целый сформированный образ. И поэтому у вас модный саунд-продюсер? Ну, не без этого. Мы захотели что-то просто изменить новое. Ну, то есть мы уже из себя, ну, не исчерпали, мы хотели посмотреть, что нам покажет Милош. Ну, просто Милош Елично следил во многих украинских группах и продолжает следить этого. С удовольствием, да. Все мы благодарны. Еще, мы хотим еще для нового диска еще одного человека привлечь со стороны, но об этом мы позже расскажем. Угу. Вопрос, на который ты наверняка миллион раз отвечал, почему я полец? Ну, мне хотелось красивое слово. Вот, мне кажется, «эполет» — красивое слово. Красивое слово, согласна. Все. Величественное. Да, величественное. Кстати, как «Квин», «эполет». Да. Что-то в этом есть такое, вот, ну, серьезно, ну, есть же, да? Да, вы меня подловили, да. Ну? Да, да. Честно? Да. Ну, не без этого. Ну, класс, я рада, что мы друг друга поняли. Окей, но, тем не менее, ты говоришь, что шоу, харизма — не главное. Ты это говоришь, потому что у тебя есть харизма? Ну, определенно какая-то что-то во мне есть. Потому что и в противном случае мы бы взяли другого вокалиста. Легко говорить, что мне не важна харизма, когда она у тебя есть, правда же? Нет, харизма важна. Ну, просто изначально музыка откуда появляется? Музыка появляется из интернета. А я думала, из личности. Нет, ну ты когда я имею в виду, музыка идет к зрителю как. Она появляется из интернета и появляется на первую очередь... Это либо, да, она без, ну, то есть ты не видишь эту харизму, да, поэтому харизма идет потом, она нужна. Если ее нету на концертах, то до свидания. И надо искать кого-то другого. То есть сначала интернет, а потом ты проходишь проверку на концертом сцены. Да, абсолютно верно. Если артист не проходящий проверку сцены, останется студийным, да. Ну, такие судьбы тоже бывают. Кстати, у Квин сколько было проблем с этим.
Они долго не могли себя найти на сцене, поэтому у них очень мало концертов было в 70-х. К сожалению, для нас. Да. Меньше архивов. Меньше архивов. Это точно. Верно. Хорошо, X-Factor. Вы группа молодая. Пошли по этим вопросам. Эполец, X-Factor. Вы группа молодая, и вам сколько? 4 года, всего 5, да? Ну, сейчас будет 5. 5. В этом, но, в следующем году. Честно, ну, путь у вас достаточно, так, не побоюсь сглазить, завидный. То есть быстрое развитие. Я понимаю, теперь говоря с тобой, что это был путь накопления. То есть ты в том числе, да, не знаю, как, угу. как остальные участники группы, ты накапливал, и просто ты в эти вот 4-5 лет, ты массированно выдаешь весь свой и опыт, и угу. то, что ты наслушался, и то, что накопилось, да, и кавер-опыт. То есть это понятно. Это что теперь у любого понятно. Музыканта так. Для, ну, далеко не у всех так на самом деле, потому что, насколько я вот вижу со стороны, очень многие, ну, написав там 5 песен или первый альбом, мнят себя уже там великими, да, хотя материал на самом деле, ну, слабый. Скажем так, слабенький, да. Ну, опять-таки, это уже зависит уже от личностных качеств человека, угу, угу. в первую очередь. Просто не будем углубляться в X-Factor, мне просто интересно, я же телевизионщик, угу. да, и я понимаю, что очень многие вещи могут не нравиться участникам шоу, потому что вам диктуют определенные там рамки, определенные правила, что нужно так, нужно сяк, угу. нужен конфликт определенный, там нужна динамика, нужны такие участники в этом сезоне, чтобы они не повторялись в предыдущем. Это все равно рамки, которые диктуют вам, и все равно вы на это пошли с пользой? Да. Ну, диктуют рамки, они же диктуют для чего-то, они же, в первую очередь, диктуют это для, зная свою аудиторию, и они же хотят тоже добиться максимального охвата, поэтому мы, наверное, и шли. То есть вы понимали, что вам не навредят? Да, мы понимали, что это все, что это во благо, хотя мне не нравится ни одно наше, ну, ладно, лукавлю, два наших выступления мне нравится, это... А все остальное я даже не пересматриваю, потому что мне очень не нравится. Ты... И я бы просто другие песни изначально брал. Но я знал, что, ну, наверное, они шарят. Ну, раз они шарят, ну, пускай. Ну, популярности так. ты добавила, как ни крути. Популярности добавила опыта работы на телевидении. Ну, мозгов немножко больше прибавилось, потому что увидел все, как это происходит изнутри. Вот. Фестивали. Фестивалей круто. В Украине стало больше. Да. Очень больше. Очень больше. Не знаю, насколько лучше. Ну, разные, скажем так. Лучше, потому что у них появилась конкуренция. У каждого фестиваля появилась конкуренция, и за счет этого улучшилось и качество фестиваля. Конечно, Бас-Сити очень сложно переплюнуть, потому что сразу была дана очень сильно высокая планка. Вы были на Бас-Сити? Да, дважды. Вот на этих двух. Да, были, вспомнила. Точно. Да, ну я тогда еще любила Квин больше, чем вас, поэтому да. Но теперь все поменялось. Теперь Эполец, конечно же. Бас-Сити сложно переплюнуть. Окей, ну там организация и, скажем, пафос, да, и уровень участников. Угу. А что вообще в фестивале важно? Вы этим летом, по-моему, бывали всюду. Да, очень много было. Как и другие группы. Ну, мне понравилось... Лайнапы практически везде одинаковые были. Ну, по крайней мере, очень похожи. Да. Очень похожи. Да. Вот, да. Есть этот наборчик. У меня не было этим летом разрыва, куда ехать. То есть можно было поехать куда-нибудь в одно место, где я лично еще не была, например, угу. да, и увидеть всех. Вот угу. обойма тех, кто сейчас да. в топе. На волне, да. В топе, да, да. Но все равно вы ездили всюду, куда звали. Почему? Почему не отказывались? Ну, опять-таки, во-первых, фестиваль, это выступление на фестивале, это незаменимый опыт работы с публикой, выступления, постановки выступления. Ну, постановки я имею в виду, какие-то ты хочешь фишки вставить угу. в шоу. Импровизация, шоу. Да? Не, импровизация – это не наш конек. Нам нельзя импровизировать. Почему? А очень в разные стороны нас почему, постоянно почему, тянет. Почему? Ну, вот мне кажется, что эполес и импровизация это. То есть это все, что происходит, это все домашние заготовки? Это обговаривается как минимум. Ну, мы редко импровизируем. Где вы видели, что мы импровизируем? У нас нет импровизации. Ну, у нас был период импровизации, скажем так, это где-то год назад.
я увлекся немножко блюзом, и поэтому мне что-то захотелось вот туда, вот оттуда что-то взять. И мы часто на выступлениях импровизировали. Но потом я понял, что я пересмотрел пару выступлений, и я такой, так, давайте не будем. Ты очень критичен к себе, мне кажется. Ну и вообще тому, что вы делаете. Ну, мне кажется, да, я согласен, что я очень критичен, но это и есть тот локомотив, который меня тянет вперед и постоянно тянет на что-то новое, на работу над собой и так далее. Это дает рост. Мотивация. То есть очень высокая планка? Да. Я ни разу еще ее не достиг, я так скажу. Если бы у нас, допустим, ну, пример приведу, если бы у нас в студии было неограниченное количество времени, которое подвязано под деньги, которые мы запланировали потратить на студию, то мы бы группа «Эполец» никогда бы не записала ни одного альбома. Потому что я бы каждую, да, я постоянно бы что-то добавлял. Поэтому очень круто, и когда есть четкий дедлайн, когда надо закончить, когда выполнить это все. Ты себе уже в голове представляешь, что ты уже там на что-то меньше тратишь время. Последнее слово в группе за тобой, да. Или да. А, да. Не задумываясь сказать. Да, и ну, первое за тобой. И последнее. Нет, не первое, но последнее за мной. То есть все-таки, когда у вас возникают спорные моменты... Со всеми советуюсь. Я выслушиваю, но заключение делаю я. Патологоанатом делает заключение. Нормально. Просто потому что я знаю, что потом за все это отвечать мне. Я знаю, как это все аргументировать потом в конце. То есть все-таки ты... Директор мира, да? Мне кажется, что такая вещь почти во всех украинских группах. То есть авторитарный лидер? Ну почему сразу авторитарный? Просто человек, на которого можно положиться. Хорошо, надежный, окей, ответственный, хорошо, ответственный. Что происходит сейчас в группе? Репетиции. Мы сейчас записали уже два трека, и сейчас мы готовим следующие два трека. То есть мы будем частично, мы никогда еще так не делали, мы обычно сели в студию, записали и уехали. А сейчас мы будем растягивать все это удовольствие, как говорится, на весь год. Это будет новый альбом? Да. Когда он планируется? Осенью, я думаю, следующего года. То есть у вас нет такого, что вы, например, собрались, закрылись где-то, отписали и потом в тур сразу? Ну, вернее, издали, да. А потом в тур. Ну, вот сейчас мы попробовали сделать иначе, и вроде интересно получается. Но это не будет никак, я думаю, влиять на саунд, на изменение звука, на песни, но... Так интересно. Вот сейчас хочется попробовать так. Угу. Вот так мы еще не пробовали. Есть город, где вашу группу особенно любят? Ну вот прям просто вы знаете, что вас там будут просто носить на руках. Я могу просто некорректно ответить. Это Днепропетровск. Правда, в Днепропетровске какая-то своя атмосфера, которая и именно на наших концертах. Он в каждом городе говорит это, я знаю. Нет, правда, в Днепропетровске у нас очень сильная фан-база, сильная Эполец фэмили. Ага, окей. А делают какие-то фанфики на вас, что-то такое? Сейчас в последнее время перестали делать. Но вот где-то еще год назад много разных было. Сейчас мне, кстати, интересно, почему перестали. Перестали. На музыку это не влияет, но... Вы растете, они же тоже растут. Фанфик — это тоже детство такое определенное. Давайте что-то распечатаем. Сколько тебе лет? Что, серьезно? Я шучу. Гипотетически. Последние 3 года Украина изменилась, и мир изменился тоже. Он меняется там каждый день, и меняется он достаточно так печальным образом. Да? Происходят войны, катаклизмы, там, терроризм. Если бы не война в Украине, да, чего бы ты, например, не достиг или не сделал?
Есть какие-то вещи, которые тебя стимулировали? Определенно, когда закрылся российский музыкальный рынок, это добавило плюса всем украинским музыкантам. И кто грамотно этим воспользовался, тот и молодец. Угу. Ну, грамотно в смысле, я не имею в виду, попиарился на том, что он поехал в зону проведения АТО и сыграл для солдат на гитаре, а именно понял, что сейчас можно уцепиться за слушателей, что mm-hmm. сейчас ты можешь донести до кого-то, кто-то уже начал этим интересоваться. И если ты не будешь как-то работать над этим, то ты останешься просто опять вне игры. Mm-hmm. То есть повод плохой, а результат для музыки, в общем-то, неплохой, хороший, да, позитивный. Но мы вообще стали больше интересоваться своим театром, своей музыкой, своей живописью. Это может быть немножко странно выглядит, но мне кажется, это хорошо. Почему странно? Это хорошо. Мы пришли к уважению своего. Ну, странно, что произошло. Бой. Это очень резко и в некоторых местах очень нездорово. Ну, я про нездоровый патриотизм говорю. Ну, да, это можно на эту тему спорить, но для этого нужны конкретные примеры. Люди есть люди, и люди умеют из всего, если надо, из всего превратить любое культурное мероприятие, что угодно превратить в балаган. В общем. Ты против? Против псевдопатриотизма и балагана, да. Я больше люблю порядок. А ты патриот? Есть, конечно. Конечно, я даже, у меня не возникает другого какого-то желания ответить что-то. Иначе, ответить иначе. Я очень все время, когда был в рейсе, очень все время скучал по Одессе, по Украине. Но для меня слово «Родина» очень много значит и очень много составляющих этого uh-huh. слова. Uh-huh. Если вот ты в рейсе, да, ты далеко, и тебе что-то снилось из дома? Да, все время. Мне снилась Одесса постоянно. И мне снилось и какие-то определенные районы Одессы, друзья, встречи с друзьями. Ну, то есть в море там очень скучаешь по всему. Угу. И вот это может быть от каких-то мелочей, походов в хлебный магазин до, там, не знаю, до запаха парадной, что угодно. Вот эти все интуитивные такие вещи, да? Да, вот какие-то такие простые мелочи, которые, живя каждый день вот в этом всем, ты можешь не обращать внимания на это и не понимать, насколько это ценно может быть для тебя. Угу. Тебе комфортнее собираться с мыслями, когда ты один или когда ты... Когда я один. С людьми, с толпой, с командой. Если дело касается планов работы, то, естественно, идеи какие-то мне приходят в одиночестве, но там составление какого-то графика, плана на год, на два года вперед, мы командой там собираемся, командой менеджмента Эполец, и мы решаем это вдвоем, потому что все должны быть в курсе, все должны проговорить свое мнение по этому поводу. Mm-hmm. И когда много мнений, это всегда есть хорошо. Мозговой штурм. Да, мозговой штурм, абсолютно. Ты второй одессит, кстати, который в этой студии за все время. А кто был первый? Делиев. О, круто. Круто? Да. Да. Ну, он постарше, поэтому он успел чуть-чуть раньше. Насколько у тебя... Ну и у группы, соответственно, амбициозные планы по поводу Эполец и по поводу вашей музыки. Ну, надо же мечтать, правильно? Ну, конечно. У Эмбли? Мы хотим... Ну, в Эмбли это, наверное, это слишком заоблачно. Попозже чуть-чуть. Да, это слишком заоблачно. Ну, можно хотя бы какой-нибудь концерт-холл уже в Англии собрать для начала. Ну, в Англии. Ну, можно не в Англии. Не, на самом деле я хочу в Южную Америку вернуться. Вот пока у меня это такой... Это не потолок, это... Ну, вот это мечта. Приехать и проехаться по Южной Америке с гастролями. Понятное дело, что вероятнее всего это будет украинская диаспора.
Ну, все равно. Ну, почему нет? Вы же на английском тоже поете? Да, но сейчас, ну, очень мало. У нас был первый EP на английском, и потом у нас было пару песен в первом альбоме, пару песен во втором, и одна, две песни сейчас, вот в третьем, а сейчас в четвертом вообще нет. И мне надо было, мы сейчас подаемся на участие в Евровидении. С песней «Я хочу быть с тобой». Скромненько об этом сказал. Не знаю. В Евровидении и подаемся с песней «Я хочу быть с тобой». И мне надо было «Я хочу быть с тобой» на английский перевести. Это тяжкий труд был. Я просто, я решил пересмотреть даже какие-то свои тексты старые. Я думаю, блин, как я это сочинял? Я вообще не могу, ну, то есть мне вообще очень сложно стало собирать мысли на английском. Ну, может быть, тогда, потому что это был рядом опыт морской, а в море общаешься только на английском, потому что экипажи смешанные, и там бывает, что на судне нету вообще никого, кто на русском разговаривает. Вот, и поэтому это как-то легко было, потому что легче было переключаться на английский язык, именно мыслить. А сейчас очень сложно. Мы очень редко сейчас я в повседневной жизни общаюсь на английском, поэтому очень долго собирал. «Я хочу быть с тобой» — это такая, ну, коронная фраза вообще в роке и в русском, в том числе. Есть же известная песня Ильи Кормильцева «Я хочу быть с тобой». Да. Что? Да, все значит, не, просто, обычный, мы же в на X-Factor и пели эту песню «Я хочу быть с тобой». И почему-то все... Я не видела, кстати, как раз. Я посмотрю не надо, специально. Не надо. Это очень, ну, как по мне, это неестественно очень все прозвучало. Вот. И... Но это немножко другая эмоция. Там «Я хочу быть с тобой», вот мне так плохо, но я хочу быть с тобой. Мне очень плохо от того, что тебя нету рядом. А здесь эмоция, я хочу быть с тобой, это страсть, любовь, это влюбленность первая. И это какая-то такая, знаете, животная страсть. Вот очень хочу быть. Ну, ладно, я не буду... Я поняла, о чем речь, я думаю, зритель тоже понял, что такое животная страсть, это нормально. Вот прямо сейчас. Вот я не вены себе хочу резать, а я просто хочу, блин, студию разбить и разломать все. Вот так я хочу быть с тобой. Ну вот люблю я. Деструктивно. Да. Да. Ну, есть такое слово «хочу». Все понимают прекрасно, да. Вот о чем оно. Не обязательно, да, его объяснять. Ты, мне кажется, не знаю, как в жизни, но на сцене очень страстный человек. Вот то, что ты сейчас вот рассказывал, да? Угу. И хотя ты говоришь, что нет импровизации, мне кажется, что импровизация, она в тебе, в твоих эмоциях. Ты же не можешь наиграть. Нет. Эмоцию. Вот мне кажется, что ты к не сожалению, можешь. Нет. Пока. Вот пока не можешь. Потому что, ну, вот очень видно, когда человек работает, и когда человек получает удовольствие. Да? Не буду приводить примеры, чтобы никого не обижать. Есть уже такие опытные, скажем, музыканты, в том числе там, зарубежные, которые вот уже просто работают. Уже есть такой вот шаблон накатанный, да, он просто выходит. Там это. А есть. Старички, в том числе, да, да? Которые продолжают получать от этого удовольствие. Которые просто супер получают удовольствие. Я просто вряд ли... Я себе пока не представляю, как можно изображать какую-либо эмоцию. Я очень завидую актерам. Всегда, если какой-то очень классный актер, я всегда смотрю и думаю, блин, как же ты умеешь перевоплощаться? Просто взять разные роли, и это просто два абсолютно разных конца. Ну, тоже работа же. Потому что если... Это работа, и это, ну, все-таки это и талант. Я очень плохо перевоплощаюсь, и поэтому я никогда не вру, потому что я не умею врать. И, ну, в общем, плохой из меня актер. А в детском саду ты кем был? Зайчиком? Кстати, зайчиком я был. Перевоплотился? Серьезно. Зайчиком был, снеговиком был. Да, так. Что-то все с морковкой. Перевоплотился? Тогда? Ну, я просто наговаривал то, что заучил, вот и все. Я не могу сказать, что я был... Вот это кролик. Вот мы смотрим на натурального кролика и смотрим на тебя с ушами. Блин, ну это же одно и то же животное.
Ну, вот сейчас придумал вообще, так как говоришь, врать не умеешь. Ну, выдумал же, да, на самом деле. В кино не зовут, не звали? В кино, я не в кино, а в два телешоу я уже, ну, в смысле, в сериалы. В два сериала я уже ходил на кастинг. Ну, я не знаю, чем это закончится все, но мне очень интересно было бы попробовать. А в модели? Ой, нет, я что я там делать буду? Показывать? Ходить? Нет. Зарабатывать деньги? Нет, ну, нет, вряд ли. Хотя мысль мне такую предлагали. Коротко скажи мне, квоты группе «Эполетс» не мешают, украинские квоты, которые будут в декабре? Круто? Вот, да, вопреки, может быть, какому-то... Ну, это хорошо, да, это не естественно, но это и не может быть естественно. Но да, это плюс, и это... Просто к этому надо, мне кажется, многим радиостанциям отнестись мудрее, что ли. Ну, то есть это возможность выучить язык. Два – это национальный язык страны, в которой мы живем. Почему это плохо, не знаю. Другое дело, что многие радиостанции, им лень копаться в этом всем, потому что они за все свое существование ни разу в этом не копались. И у них, ну, немножко ручки чистые для этого. Угу. Ну, тоже тебе сейчас хорошо. Эполетс, наверное, больше не возьмут вообще ни на одну радиостанцию. Хорошо говорить, потому что вы же пишете на украинском и писали до квот. То есть это для тебя не дань моде и не дань там требованиям закона. Это петь на украинском и сочинять на украинском мне больше нравится, потому что это более мелодичный язык. Сейчас я написал песню на русском, но буду ее переписывать на украинский, потому что мне не нравится мелодика, которая строится. Может быть, это все-таки надуманная какая-то мной история, но я все-таки убежден в том, что он более мелодичный. И песни у нас лучше звучат на украинском, нежели на русском. Я прям заслушалась. Ты очень убедителен. Спасибо тебе большое. Когда ты родился, кстати? 9 октября. То есть тебе вот этой осенью, да, тебе добавился годик к твоему, да, внутреннему ребенку. Да. Добавился годик. Ну, с прошедшим тогда тебе. Спасибо. Итак, це був Павло Верениця, велика дитина і дуже веселий, щирий співрозмовник, який не вміє брехати, хоча один раз він все-таки збрехав. Ну, немножко. Ні, чому? Може бути, це була правда. Прифантазував. Я просто не пам'ятаю, тому... Прифантазував. Фантазія – це не брехня, так? Я бажаю гурту «Эполетс» великого успіху. Спасибо. Саме такого, якого ви хочете. І я думаю, що Дніпро буде тримати марку найбільших фанів. Я теж, я вам іскренні цього желаю. Немножко егоїзму. Дякую вам за увагу. Егоїзм – це рушійна сила, до речі. Дякую вам за увагу. Це був Павло Варениця. Залишайтеся з 9 каналом. До побачення. Пока.